На территории Самарского речного вокзала жительница Перми Елена Тришкина впервые. Пассажирка теплохода Александр Фадеев в городе проездом. Во время 4-часовой стоянки теплохода Елена побывала на ярмарке «Город мастеров», где можно приобрести сувениры самарских умельцев. Глаз радует. Память о городе вашем. Пока смотрю, я вот только начала смотреть. На ярмарке не только гости, но и жители Самары могут купить что-то для души. В домиках представлены изделия ручной работы. Вязаные игрушки, расписные куклы, буклеты с живописными иллюстрациями к сказкам о Волжском крае. Также посетители могут подобрать себе футболку, кружку или термос с изображением главных достопримечательностей города и региона. Каждый сможет забрать сувенир с символом Самары, так сказать, частичку нашего города, увезти с собой. Народные умельцы Самарской области также ведут мастер-классы, где посетители ярмарки могут освоить создание куклы-оберега, роспись гончарных и деревянных изделий, научиться плетению из лозы. Восстанавливают здесь и традиционный промысел Самары – декорирование и окрашивание натуральной ткани. Этот способ носит название «кубовая набойка с расцвечиванием». Мастер-классы будут вести члены ассоциации «Самозанятые мастера». Многие из них дипломированы, у них есть звание мастеров Самарской области. Поэтому, я думаю, будет очень интересно, познавательно. Город мастеров на речном вокзале продолжит работать до конца августа. Павильоны с сувенирами будут открыты с 9 утра и до последнего теплохода. Расписание мастер-классов можно найти в социальных сетях и на площадке ярмарки. Светлана Кудрявцева, Никита Колосов, Николай Епифанов. События.